два, три. Отжимания, вы знаете, есть двух видов, да? Там, где есть упор на, чисто на трицепсы, и там, где упор есть у нас с вами на грудь. Потому что, когда мы наклоняемся вперед, нагрузочка больше идет на грудь. Нас интересуют здесь трицепсы. Поэтому корпус прямо, не наклоняемся. Низко сильно сгибать руки не нужно. Локоть должен быть 90 градусов. То есть, поэтому острый угол не делаем. Во-первых, там идет перегрузка на связки у нас с вами и на локтевой сустав. Поэтому движение еще до 90 градусов, этого достаточно. Раз. Два. Три. Давай, 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 еще работай. Еще работай. Держи, держи, давай, еще два. Давай, Виталий. Еще два. Еще два, давай, зараси, Виталий. Давай, еще. Давай, 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 давай. Давай, молодец, еще один, давай. Ты можешь, давай, молодец. Тяни. Все, еще два. Давай, 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 последний, давай! Молодец! Становится так, берешь у него хладный, опять подтягиваем, он бежит, туда опять раз подтягиваем. Так, тебе нужна система? Ну, давай. Ну, посмотри. Да. Еще, еще раз. Можешь. Давай, можно рывки делать небольшие, давай. Ты не потянул. Есть.
Все, 5 минут пошло, да? Так, поехали. Пошло. Сколько это? 5 минут, да? Не, по времени, 15 минут. Так, 22 минуты, 21 секунда. Пошли. Погнали, да. Есть. 24 минуты 47 секунд. Там лучше, наверное, чтобы можно было. Опять, по опыту. Лучше всего, конечно, оружием бегать. Ловки на разгрузку, крестишь руки, пулемет уже готов. Пошел. Давай, пятый.
20 минут 21 секунда. На 2 минуты ты лучший результат показал.